Привет, крошка. С собакой гуляли? Да. Поели? Папку не забыли? Что купить? Я уже купила котлеты. Капустные? Нет, морковные. Да, возьмите из чистки бабочку, завтра 300-й вам идет. 300-й я, как правило, пропускаю. Ой. Завтра, как вы знаете, 300. Ну и первый тоже, естественно, танцевала она. Да-да, хоть вы и промышленность, но это бы надо знать. Тем более она устает. Вы понимаете, как она занята? С собакой гулял, папку не забыл, будет к 8. 2 приема, 3 процесса. Лен, воздушный фей от подшефных кузнечного цеха. Ха-ха-ха. Насчет 300-го ажиотаж. Афиши, ты всюду красна. Билеты дала мышке, гномику и Смирновой. Миронов просил 2 в партер, сказал, перебьется. Значит, с квартирой перебьешься. Учла. Лен, кстати, а ты не знаешь, почему Новиков отменил худсовет по вашему новому балету? Ясно. Здравствуйте. Смотри, опять стоит. А кто он такой? Елена Сергеевна! Стоит. Девочки, отойдите все, нам некогда, Лен, проходи. Отойдите! Ну, один хотя бы. Никаких билетов не будет. Лен, я поставлю машину сразу же домой. Никаких не будет билетов никогда. Все. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Здрасте. Да-да, худсовет переносится по настоятельной просьбе Новикова. Здрасте. Добрый день. День добрый. Здравствуйте. Добрый день, Лен. Здравствуйте. Найди меня после спектакля. Здрасте, Лен. Здравствуйте. Здравствуй, Леночка. Это ты отменила худсовет? Лен, почему? Крепатурка, крепатурочка. А ножку береги. Ножку, ложку, поварешку. Перевернулись. Больно, Жора. Стоять. Не нравится, терпи. Мучайся. Легче будет. Будет. На 300 из управления придут. Все это ты, Жора, знаешь. Работа у нас такая. Сякая. Спинку расслабь, расслабь. 300 юбилейный. Тут и звание можно. Звание. Мне и своего хватает. Достань-ка лучше 2 в партер для крошки. Свои уже все отдала. Сделаем.
Слушай, а что это Новиков худсовет отменил по твоему новому балету? Не отменил, а отложили. Ну, ладно. Счастливо вам, Елена Сергеевна. Добрый день, Елена Сергеевна. Здравствуйте. Здрасте. Странно. Бедро подбери, бедро подбери. Кисти висят, висят кисти, локти, голову. Держись, Лена, соберись. Ну, что такое? Еще раз. Лена, ну, соберись. Еще раз. Я понимаю, устала. Но спектакль на носу. Еще раз, пожалуйста. Я в таком темпе не сделаю. Неужели нельзя хоть немножко помедленнее? Я-то могу. Чайковский не может. Не знаю, замечательно. Мне в самый раз. Лена! Леночка! Лен! Я тебя очень прошу, отдай 300. Кому? Мне отдай. Для тебя он ничего не значит. Ты можешь отказаться совершенно спокойно. А я 8-й год заслуженных, и мне он крайне необходим. Лена, ведь у тебя же все есть. У тебя муж, звание, имя. Новый спектакль опять на тебя делают. Мне очень надо. Отдай хотя бы один акт, Адилию. Главный сказал, что если ты сама откажешься... Оксана, прости, я не могу этого сделать. Даже для тебя. Лена, ну почему я тебя столько лет знаю, и все время ты? Как будто других вообще не существует. Ну, пожалуйста. Лен, садись только быстро. Скажи спасибо, что... Горсовет опаздывал, как всегда. Между прочим, можешь поздравить. Потянул спину. Да, и все из-за тебя, мадам. Ты сходу заменила туры, а я не ожидал. А что такое туры? Если завтра на спектакле будешь упрощать, предупреди хотя бы. Лен, ты чего? Прямо сходу. Ну-ка. Вот. А головки дай попробуем. Так, раз, два, три. Все. Да? И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, раз, два, три, четыре. Раз, раз, два, три, четыре. А вы пойдете туда. Три ходишь, да? И потом все вместе. Раз, два, раз, два, раз, два. Ясно? Не спишь? Понимаешь, Кириллов пришел. А меня в горсуд перевели. Поздравляю. Иду, иду! Thank you.
Лена! Леночка, ты меня извини, но я действительно не могу. У меня процесс. Да что ты... Закрыть дверь. Все, товарищи, успокойтесь. Билеты для крошки? Кашпунов, ты чудо! Ну ладно, ладно. Сделаю стол и сразу назад. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Ни пуха, ни пера, и помните ноги. Елена Сергеевна, я все сделала. Не волнуйся, все будет в порядке. О моей спине не забудь. Добрый вечер, Елена Сергеевна. Добрый вечер. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Леночка, ни пуха, давай. Здрасте. Здрасте. Ни пуха. Добрый вечер. Здрасте. Елена Сергеевна. Можно вас на минутку? Я хотела вам сказать, Елена Сергеевна. Ну, наконец-то. Елена Сергеевна. Все, пошли. Все. Невозможно. Интересно, а как она свою пудру заныла. Как всегда станцию этот барабанит, ты что, не знаешь? У меня настроение мрама. Новиков не заходил. Да какой там Новиков? Перья-то не твои дали. Я-то знаю. А говорят, начальство по ноге едет. Ах, тетя Груня, ну так вот. Что-то я сегодня не в форме. Спинку расслабь, спинку кринку, половинку. Виктор Анатольевич, прошу вас на сцену. Ни пуха, ни пера. Чё, Артур? И вас туда же, голубчик, и вас туда же. Соберитесь, девочки, соберитесь. Угу. Не мешало бы похудеть. Все будет нормально, Аркадий. Тепла. Thank you.
Артистов балета, солистов, занятых во втором акте, приглашаю на сцену. Через несколько минут мы продолжим Как спину тебя, родная моя. Ленка, поздравляю. Витюшенька, ты прелесть.
изумительно. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Прекрасно, прекрасно. Надеюсь, мы увидим вас на премьере нашего нового балета. Когда? Ну, когда вопрос будет решен. Как, а что, вопрос еще не решен? Решаем. Что же вы, Николай Иванович, такой нерешительный? Кстати, а где Новиков? Да, а где Новиков? Поздравляем. Желаем всяческих успехов. Молодец. Спасибо. Поздравляем вас. Спасибо вам. Поздравляю от всей души. Спасибо. Тетя Груня, возьмите. Это было что-то поразительное. Просто блестяги не потряса. Когда я увидела фуэте, ты слышала, как хорошо, я орала? Хорошо. Возьми хорошо. Фуэте, отнеси, пожалуйста, ко мне. Ее и вниз. Вот так. Че ты смеешься? Щекотно. Все время смеешься. Невозможно работать. Андрей! Андрей! Ой. Пришли куда-нибудь. Да ты что? Где же ты был? Ведь только что разрешили наш балет. Что же ты молчишь? Кстати, а почему ты отменил худсовет? Если можно, поговорим потом. Я не уйду отсюда, пока ты не скажешь. Ну хорошо, я скажу. Так вот, Лена, вы не сможете станцевать наш балет. И дело здесь не в технике. 5 лет назад мы задумали балет на другую Князеву. Не сердись, Лена. Враг такого не скажет. И в 50 танцуют блестяще. Вон какой сегодня был грандиозный успех. Тебе поют дифирамбы, пишут стихи, восхищаются. Да разве в этом дело? Наш балет о женщине, сгоревшей от любви. А ты давно перестала чувствовать. И не только на сцене. Через несколько минут мы продолжим. Прости, Лен, я давно хотел это сказать. По-моему, ты сошел с ума. А я и не знаю, где искать. Там все ждут. Сережа, мне необходимо уехать. Куда? Хотя бы дней на 10. А Дон Кихот? Ксана станцует. У меня переработка. А конкурс? Вернусь. Что случилось? Я просто очень-очень устала.
Но там же люди, банкет, что я им скажу, Леночка? Ну, придумай что-нибудь. Ты зря волнуешься, все было замечательно. Сережа. Ну, может, я могу чем-нибудь помочь? Мне никто не может сейчас помочь. Леночка, ты не волнуйся. Главное, не волнуйся. Товарищи, посторонитесь, дайте пройти. Лен, проходи. Вы что, не видите? Это из депутатской комнаты. Хочешь, я с тобой поеду? Я же все чувствую. Оля, я тебя умоляю. Ради всего святого, оставь меня в покое. Хорошо, только, только позвони хотя бы. Перерыв. А ты ведь часто в Москве бываешь и не позвонишь, и вдруг пришла. Что-нибудь стряслось? Могу я просто повидаться со своей школьной подругой, узнать, что, как. А я ведь и шла. Я слышала, у тебя мениск. А разве в этом дело? Операция прошла блестяще. Весь репертуар тянула, как вол, когда наша за границей. Устала. Одеваешься, раздеваешься. Раздеваешься, одеваешься. Сплошные сквозняки. И туфли бьешь, как проклятая. Муж неухоженный, мальчик болеет. У тебя же дочка. И сын. Чаще надо видеться, Леночка. А вот ушла и как в воду канула. В больнице лежала, никто не навещал. Да и ты не пришла. А в общем, я счастлива. По-настоящему счастлива. В театре бываешь? Нет. Почему? Неинтересно. Крутится, вертится. Не падает. А здесь? Ну, здесь другое дело. Здесь я нужна. У меня билеты на конкурс. Пойдем вместе. А стоит? Пойдем.
лауреатов 5-го международного конкурса артистов балета в Москве. Да? Теперь давайте так, смотрите, здесь очень важен ритм, очень четкий. И раз, и два, и три, следующая и раз, позиция, и два, и три. Все время, этот. Все время. Начали. Пожалуйста, приготовились. Недаром говорят, балет — это молодость. Лена, ты что? О, Господи, это ж я не о тебе. Ты ведь актриса. Да, прыгают, вертятся. Они все вместе, одной тебя не стоят. Я же была на 300-м. И что ж не подошла? У тебя, Леночка, все еще впереди. 10 партий и вся жизнь. Я счастлива. Сегодня уезжаешь? Проводишь? У меня репетиция. Ну, постараюсь. Да она не придет, потому что все набрала. Думает, я не знаю, что она каждый день рыдает. Классикой занимается, когда ее отец не видит. Ушла, дура, а теперь локти сама себе кусает. Да, все ложь, ложь. Все набрала. Я все у тебя набрала. Разве нам можно самим уходить? Я с ума схожу. Я не могу. Лена, что бы ни случилось, не бросай сцену. Танцуй, пока можешь. Пока есть хоть капля сил. Пока чувствуешь. Без этого нет жизни. Без этого ничего нет. Не могу. Не могу больше, я устала. Вся наша жизнь похожа на фуэте. Сначала долго вертишься на одном месте, потом быстро-быстро начинаешь сходить. Вся семья в сборе. Леночка. Оставь меня, пусти. Увидимся, да? Леночка, ничего я не хочу. Может, что случилось? Все, все. Лена, ничего, Лена, не надо. Нужно. Лена, нужно, мне ничего. Я тебя прошу, успокойся. Ради бога. Лена? Леночка. Ничего что не хочу. Ну, скажи, скажи, пожалуйста, что случилось? Горе, что? Сереженька. Что? Горе. Что? Что? Я из театра ушла. Ты? Ушла? Боже, какое счастье! Все, беру отпуск сразу на юг. К чертовой матери! Шашлыки, арбузы, море, пирожные, шоколад с орехами. Родим ребенка, мальчика или девочку, по пятницам на дачу, как все нормальные люди. Крошку вон, вкалывайте, как лошади, а получают все эти крошки, мышки, гномики, все эти толстые идиотки сидят в первых рядах, спят до часу, жрут деликатесы, вам же нельзя! В Сочи ездят по вашим путевкам, живут, а вы вздыхаете! Thank you.
Вся наша жизнь похожа на Войте. Сначала долго вертишься на одном месте, а потом быстро-быстро начинаешь сходить. Сережа, ты проспал уже 9. А? А ты? Mm-hmm. Ах, да! Ты! И ко мне! И! Шепотом, шепотом! И! Раз, и два, и три! Раз, и два, и три! Раз, и два, и три! И раз, и два, и три! Вокруг тебя! Шине! Интересное дело, они уже тут репетируют, видите? Да. И как? А никак. Худсовета нет, а вы, я вижу, вовсю. Мы всегда добровольны. На общественных началах, а зря. Впрочем, ваше дело. Стоп, 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 стоп! Садитесь, отдыхайте. То есть как? Она ушла из театра. Что? Князева ушла из театра. Ну и что? А ничего. Идут. А куда это они? Привет, девочки. Ты что, с Луны свалилась? Гудсовет по новому балету. Интересно. А что? Чтобы Князева из театра ушла? Ждите. Князева, Князева, все Князева. Зарубят. Никуда Князева из театра не уйдет. Ну да. Тишу, мой кофе. Тишину. Все, все, все знаем. Что вы тебе знаете? Андрей, где это будет? Ну что, девочки, посплетничали уже? Чтобы Князева ушла из театра? Никуда она не денется, в жизни не уйдет. Сплетни это все. Конечно. Итак, перейдем к обсуждению. Хорошо бы дождаться Князева. Князевой не будет. Почему? Продолжайте, Андрей Ярославович. А у меня все. Так, слово главному балетмейстеру. Уважаемые товарищи, балет, безусловно, обещает быть, но тема. Представить себе не могу, как отнесется к этому критика. При чем тут критика? А почему Князева не пришла? Единственное, что меня смущает, товарищи, это музыка. Бах – это большая ответственность. Спектакль оформляю не я. Но дело не в этом. Как главный художник, я бы не рискнул. А вы не рискуете? Ну, знаете, голубчик. Товарищи, мне вообще непонятно, что сегодня происходит в балете. За что только не хватаются. Скоро, извините, Дарвина будете танцевать. Я не понимаю. Ну, опера «Мастер и Маргарита» — это понятно. Но балет, вы меня извините. Естественно, мы вас извиняем. Пожалуйста. У меня такое ощущение, будто речь идет не о балете «Мастер и Маргарита», что само по себе уже явление, а о возобновлении новой редакции «Жизель». О чем мы говорим? Наша задача сейчас всемерно поддержать, помочь. Поймите меня, помочь. Совершенно верно. Согласен, согласен. Кто за? Конечно же, все. Кто против? Да. 7-7, как в плохом футболе. Я не могу знаю. А что здесь понимать? Князевой нет. Она член худсовета и своим непоявлением здесь уже явно высказалась. И, кстати, как мне известно, не без вашей помощи. Андрей Ярославович, спасибо. Вот полюбуйтесь, товарищи, заявление Князевой об уходе по собственному желанию. 8-7, товарищ Новиков, и не в вашу пользу. Но так как некому танцевать... То есть как это некому? Какая невоспитанность, товарищи! Какая бесцеремонность! Ну, знаете, это... Ну, знаете... Да... Я знал, что ты здесь. Ну что, дождалась, добила своего?
И пришла, и все провалила. Но ничего, хватит. Довольно. Теперь буду бороться сам. Бороться? Ты бороться? Да всю жизнь за тебя боролась я. Ссорилась, доказывала, пробивала деньги. А ты в это время творил. И стоило мне один раз не прийти на худсовет, как ты ничего не смог доказать. И сдался. А теперь прибежал. Знал куда. Леночка, прости меня. Прости меня, Леночка. Ну, вспомни все, вспомни бессонные ночи, вспомни бесчисленные разговоры, споры. Леночка, ты не представляешь, как ты мне нужна, Лена. Леночка, прошу тебя, вернись. Андрей, ты хорошо все обдумал? Ну, неужели бы я пришел сюда? Прошу тебя, умоляю, помоги отрепетировать с голубем. Что? Уйди. Лен. Андрей, умоляю тебя, уйди отсюда. Лен, не то. Прошу. Уйди. Все поменялось. Миш, что изменилось? Актриса другая. Прости, Леночка. Сейчас нужно думать о спектакле. Конечно, надо. Добились все-таки своего. Новиков сила. При чем здесь Новиков? Так Князева все продающий. Ой, вы только посмотрите. Да-да-да. Что-то. Да, ты представляешь? Начать репетицию нового балета. Балетмейстер Новиков. Первый состав Голубева Климов. Балетмейстер-репетитор Князева. Там женщина. Неважно. А где Голубева? Тарилки. Оля? Ты что, не знала, что у тебя репетиция? Я полчаса сижу в зале. Пианист сидит, партнер. А это я ее не пустила. Я ее на конкурс в Варну готовлю. Сейчас самое главное – станцевать спектакль. А в Варну она не поедет. Ты же отказалась танцевать? Я станцую. А она пускай спокойно едет. Голубева танцует премьеру, а ты второй состав. Так, хорошенькое дело. Это ты решила? Прости, это решаю не я. Сегодня репетицию отменяем, но чтобы это было в последний раз. Да, день да. Добрый, Ксаночка. Это не телефонный Привет. Разговор. Добрый день. Понятно. Кстати, Голубевой выговор за неявку. Ее подтверждение на Варну послали. А какой теперь смысл? Оно же было подписано. Ну. Хотите слететь с работы? Ах, вот оно что. Святослав Петрович, насчет подтверждения Голубевой на Варну, я совсем забыла. Девчонки, слушай сюда. Варна лауреатство, а спектакль никуда не уйдет. Плохо ты знаешь Князеву. Спектакль уйдет и золото не отдаст. Это точно, Князева сила. Хочешь, может, дорога, поезжай. А что же, Оксана? Оксана не Князева, простит.
Не бери в голову. Нет, наш все-таки человек. И как она тебя после шкафа не уволила, это что-то. Отдать такую партию, рехнуться можно. Ведет же некоторым. Знаешь, не огорчайся. Хочешь совет? Работа и стоит в другой, что-нибудь выгорит. Ольга, можно тебя на минутку? Оленька, знаешь, я подумала тут. И соглашайся. Елена Сергеевна все-таки большой мастер. Ладно, в конце концов, никуда Оксана, нас не убежит. Извини. Оля, у солистов освободилось место. Если хочешь, я поговорю. Здесь тесновато. Угу. Спасибо. Лена, ты извини меня, пожалуйста. Я там с Аней не погорячилась. Не сердись. Я с ней все-таки полгода работала. Мне, конечно, немножко обидно. Я не сержусь. Связывает невидимая нить любви. Паутина. Стоп, стоп, Оля. Между вами не только нить, каната не видно. Ну, давайте, соберитесь, еще раз. Начали. Нет, стоп, стоп. Это ж поднятие тяжести, а не любовь. Андрей, ну это же первая репетиция. Ты хочешь, чтобы сразу все было? Наверное, ты права. Давай мы останемся с Ольгой одни и попробуем. Хорошо. Остается Голубева и Князева. Андрей, а мы-то что? А вы на шабаш. Пошли. Ну, пошли. Вариант. Оль, сейчас техника не важна. Попробуй идти от своих чувств. Давай еще раз. И пойми, что это путь одинокой женщины. Она идет к своему счастью. Она на все готова. Ветер, пыль, песок попадает ей в глаза. Мир тесен. И она раздвигает его руками. Так потянулась, потянулась. И теперь ничего не понимаешь. А я и так ничего не понимаю. А ты роман читала? Давно. Жаль. Ну, главное, это музыка. Постарайся вслушаться. Дайте вступление, пожалуйста. Страшно. Это прекрасно.
Вот примерно так. А роман ты все-таки почитай. Это мы отменяем. Браво, браво. Прошу вас. Прошу. Так. Я как дура перечитываю роман. Представляю тебя в новом балете. Как ты входишь в ювелиршину комнату. С камином со шпагами. Ширму с кошачьей лапой. Как ты танцуешь на балу, а ты репетируешь с этой девчонкой. Ты предала балет и искусство. То есть как? Как репетируешь? Лена, ты ведь ушла? Крошка! Крошка! Галя, на выход. Девчонки. Ирочка, материал остался? Самое главное, что я... У меня бы вышло. Вы считаете, я объясню вам. Движение. Да, это нормально. Да, это что? Нет, знаете, это нормально. Вы пошли, повышли. Хорошо, интересно, а как я в этом буду танцевать? Так и ноги открыты, и вертеться удобнее. Костюм шился для Елены Сергеевны. Подколем, укоротим, обрежем. Варианты, Рочка. Какие варианты? Что же это за костюм, если шаг не покажешь? Оля, ну при чем здесь шаг? Это же образ, понимаешь, образ. Ну и что, что образ? А мне надо укоротить. Ничего укорачивать не будем. Костюм сделан художником и утвержден. Ты будешь делать то, что нужно для спектакля. Ну тогда я не знаю. И на кого я похож? А я? Вы меня просите, Елена Сергеевна? Фигуры у нас разные. Вот именно. И танцевать в таком костюме я не буду. Вариант. Витя, да. И когда ты, наконец, станешь взрослым? Когда костюмы будут другие. За что только деньги берут? Ну что, сидите, монеты бросайте. Сначала 15, потом 20.
Ой, Вить, ну неудобно же. Все, укатали, сил нет. Вить, я прошу тебя еще один раз, с Еленой Сергеевной. Кстати, а ты смотри, схватывай. Что схватывай? Оля, пойми, что Маргарита не девочка, ей не 19, она зрелая женщина. Ах, зрелая? Вот и танцуйте сами. Сама все делает, а мне ничего не объясняет. Что, я виновата? Виноват. Присосался мне, как паук. Только на данных и выезжаешь. На каких-то данных? А вот на таких! Ей не танцевать, а посмотри, как она работает. Ты что? А ты что? Разлегся, как жаба. А, надоело все к чертовой матери. Пошли вы все! Психоз. Ничего объяснить я не могу. Сама все понимаю. Начала вживаться. А ей объяснить не могу. Влюблена? Кого? Влюблена, чего уж там. Я понимаю, как художник. Наверняка весь плачешь по ночам в подушку, ревнуешь, по пятам за ним ходишь, с мужем отношения плохие. Ужасно. Не расстраивайся. Бывает. И в твои годы тоже. И позже бывает. И это хорошо, это прекрасно. И прости, нужно для работы. Ты же не машина, не деревяшка какая-нибудь. То, что с тобой происходит, происходило с большими художниками 100 раз. Устала. Ото всего устала. Хочу жить, как нормальные люди. Ты же знаешь, родная моя, балерины не живут, как нормальные люди, даже когда уходят из театра. Не надо было мне отказываться. Надо было самой танцевать. Нет, нет. Сама бы ты тогда не смогла. Понимаешь, в жизни каждого человека бывают 2 переходных возраста. Второй опасней, потому что он определяет финал. Велика беда отказалась. Но и отдай этой девочке все, что пережито, передумано, перечувствовано. А там посмотрим. Да не плачь ты, глупенькая. Все будет хорошо. Помягче, помягче, девочки. Это же вам не Вальпургия, Иванович. Красиво. Удивительная ведьмочка. Что вы сказали? Вася, Берлиоз. Голова же не на блюде. Позвольте, а где 7-я ведьма? В декрете. А замена? Будет. А мне нужно сейчас. Сейчас, черт побери, а не потом. Я попросил бы вас не орать. А то наорали за широкой князевской спиной. Ну, хорошо. Тогда сядем и подождем, когда выйдет из декрета. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты,
соединяющий храм со страшной Антониевой башней, исчез Ершалаим, как будто не бывал на свете. Не бойтесь, я не сошел с ума. Повесть моя закончена. А вас, Елена Сергеевна, я знаю, как вам тяжело. Вы не похожи на других. И все же, мне кажется, я вас понимаю. Вам нужно обрести веру в себя. От всех непонятностей голова кругом. Вы не из тех, кто нуждается в советах. И все же есть человек, который может вам его дать. Скажите на милость, кто же это? Естественно, Воланд. Ну что ж, придется спуститься в ад. Зачем? Он живет в этом городе. И адрес есть. Конечно. Живет он на вашей улице. Дом 16. Квартира 50. Я давно живу на этой улице. Здесь нет дома 16. Есть. Только вы не замечали. Все начиналось с Фуэта. Идем, идем. Леночка, что-нибудь случилось? Что-нибудь нужно? Нет. Здравствуйте, Андрей Ярославович. Здравствуйте. Можно вас на минуту? Извините. Пожалуй, я сам скажу. Беленького Голубева. Да-да. Вы знаете, что Голубева влетает в Варну? Вопрос решен. Сегодня вечером должна отбыть все. Кто? Вот так не очень хорошо. Спокойно продолжаем работать. Ничего не произошло. То есть как не произошло? 10 дней осталось до премьеры. А прогон, а генеральная? Да нет, это смешно, в конце концов. Так нельзя работать. Тогда отменяйте премьеру. Ничего отменять не будем. Разберетесь, у нас незаменимых нет. В конце концов, у нас есть второй состав. Простите, может быть, вы объясните, что произошло? Голубева уезжает в Варну на конкурс. Приказ министерства. К сожалению, Елена Сергеевна, ничего не могу поделать. Конкурсы стали важнее, чем спектакль. Голубева. А что, собственно, случилось? Я станцую? Только через мой труп. Правильно, как черную работу тащить, так я. А генеральную или премьеры танцевать, так обязательно кто-то другой. Если твоя бывшая жена, то это не значит, что я не балерина. Прекратите. Что прекратите? Почему это должно происходить только со мной? Я думаю, выход один. Елена Сергеевна. О, теперь мне все понятно. Теперь, я думаю, всем все понятно. Вы же договорились между собой. И давно. Я знала, я чувствовала. Танцевать вы мне так и не дадите. Хватит, хватит. Твоих рук дело. Дураку ясно. Такому дураку, как ты, всегда все ясно. Танцевать премьеру вы все равно не будете. Ну, знаешь, мы это еще посмотрим. Андрей прав. Я с ней танцевать не буду. Танцуешь ты. Когда я об этом мечтала, ты не хотел. А сейчас я не могу. Сейчас можешь. Да разуйте вы ваши уши, наконец. Простите, здесь есть квартира 50? Есть. Второй этаж. Нумерация такая чертова.
Вы к профессору? Да. Пожалуйста. Плащ сюда, к профессору туда. Да. Здравствуйте. Вы Князева? Я знала, что вы придете. А профессор дома? Улетел вчера ночью. Куда? Надолго? Кто же его знает? Может, на день, а может, на год. А мы с вами никогда не встречались? Нет. Вы родственница? Экономка. Домработница по теперешнему. Уж не Гела ли вы? Ангелина Степановна. Я хотела поговорить с профессором. А почему здесь висит этот портрет? Дружили они. Молодые были, веселые. И я красивая была. Рыжая. Вместе фокусы разные показывали. Летающая женщина, отрубленная голова. Из воды вино делали. Развлекались.
Лена, Лена, к тебе пришли. В гостиной сидит. Кто? Не знаю. Тот, который в театре был и у дома стоял. Ну, я же... Я слово даю. Наверняка маляры впустили. Я пришла, он уже сидит. Вот. Раз уж пришли, садитесь. Я знаю, что вы были у Владимира Олеговича Ланда. Я его ученик. Бео Ланд, профессор. Престидижитатор. А что это такое? Понятно. Фокусник. Не совсем. Я знаю, что происходит в театре. Вы измучены. Срок моего пропуска истек, и работа завершена. Я не знаю, что делать дальше. Такое у меня впервые. Какое совпадение. У меня тоже. Я полюбил вас. Безгранично. Навсегда. Все это время я старался испытать и пережить то, что испытали и пережили вы. Не дать выхода опасно. Правда, рукописи не горят. Но, к сожалению, не всегда. Театр умирает ночью. Театр как цветы. Утром они увяли, и никто не может доказать, как прекрасно они были вечером. Вы обязаны танцевать сами. Я прошу вас. Это единственное доброе решение, прежде всего, для девочки. Она еще будет. А вы уже есть. Прервать себя опасно. Это ожерелье Маргариты. Для бала у Станы. Пошлите меня. Перед генеральной. К черту. Прощайте. Это я утюг чинила и пробки меняла. Лен, а где он? Где он? А это что? А это зачем? Танцует ведь другая. А я думал, в Сочи поедем. Когда едешь? Не знаю, путевки с 8-го. Может, крошки отдать? Сидел сегодня на процессе и вдруг понял, что мучительно завидую подсудимому. Что за процесс? Обычно муж, жена, ссоры. Но любят друг друга. Оба любят. Поэтому все и случилось. Я не сужу тебя, Лена, но мне очень больно за нас. Сережа. Ну, Сереженька. Леночка, Леночка, я так волнуюсь, но ну я хорошо, все время хорошо. Рядом. Добрый вечер, все Лена Сергеевна, не пуха. Девочки, не пуха, не пера. Ну как ручка, штучка, закорючка? Жора. Спасибо, иду, Жора. Да. Добрый вечер. А даже я выучила. Завтра и начну. Спасибо вам, Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, вы будете танцевать? Вы великолепны. Я совершенно спокойна. Как всегда. Ты думаешь? Девочки, завтра репетиция. Не пуха. Леночка, не пуха, не пера. Все будет хорошо. Внимание, начали. Все будет хорошо. Здрасте. Витя, когда будешь меня поднимать с головой, не наступи на волосы. Обижаете, ваше высочество. Ни пуха, ни пера, Елена Сергеевна. Черт. Здравствуйте. Леночка, милая, с премьеры тебе. Спасибо. Господи, наконец-то. Там Андрей, он очень волнуется. Голубушка моя, родная. Ты. О, добрый вечер. Ни пуха. Дай-ка я тебя поцелую. Все будет хорошо. Какая ты красивая. Ну? Не волнуйся. Все будет хорошо. Какой ты колючий.
Все начиналось в Уйте, когда земля в своем вращении, как девственница в ноготе, разволновавшись от смущения, вдруг раскрутилась в темноте. Ах, только б не остановиться, не раствориться в суете, пусть голова моя кружится землею вместе в Уйте. Ах, только б не остановиться, и если это только снится, пускай как можно дольше длится прекрасный сон мой в Уйте. Все начиналось в Уйте. Жизнь — это вечное движение. Не обращайтесь к красоте, остановиться на мгновение, когда она на высоте. Остановиться иногда на то мгновение опасно. Она в движении всегда, и потому она прекрасна. Ах, только бы не остановиться. Thank you.